Война – это слово для солдат наполнено другим смыслом, нежели для тех, кто не видел ее кровавое лицо. На митинг Парк Победы Черкесска 15 февраля пришли представители старшего и младшего поколения, но в первых рядах, конечно же, ветераны афганской войны. В этот скорбный и в то же время торжественный день они пришли отдать дань памяти тем, кого уже нет в живых. С горечью вспоминают тот груз, который назывался 200. Я очевидец этих грузов. Я, работая в Водоехабрском районе Пермском райкома партии, мне приходилось встречать каждого, которого привозили вот под этим названием. И притом привозили не днем, а привозили почему-то только ночами. В цинковых гробах, которых не могли родители посмотреть и проводить последний путь. Сегодня ходит множество споров. Вновь и вновь на подобного рода мероприятиях задается вопрос, насколько оправдана была эта война. Те, кто прошел через афганский ад, не рассуждают о политических играх. Они находились в самом пекле войны, и говорить о том, что все пережитое ими было напрасным, по крайней мере, несправедливо. Несправедливо по отношению к солдатам, которые положили головы, исполняя свой воинский долг. Уходя на войну, юные мальчишки не задавались такими вопросами. Говорили «надо», и другого выбора не было. Иногда эту дату расценивают, этот шаг расценивают как проигрыш нашей армии в этой длительной кровопролитной войне. Но это неправда. Все боевые задачи, которые были поставлены перед армией, были решены. И действительно, как впоследствии вспоминал генерал Громов, выводивший наш контингент, он говорит, мы делали там то, что считали должным, а наши противники только то, что могли. Поэтому сегодня мы отмечаем в том числе выход победоносной армии из Республики Афганистан, которая не проиграла, а была вынуждена уйти уже по другим причинам, не связанных с ней. Это не наш вопрос решать, нужно, не нужно, тогда не такое время было. Долг есть долг. И отпираться от этого долга нельзя. Сергей Балов попал на войну сразу после окончания школы. В то же время в армию призвали и Муратби Батчаева. Два года, проведенные в Афганистане, сплотили двух юных мальчишек. В этот день, спустя 23 года, встреча бывших сослуживцев была весьма неожиданной, но такой долгожданной и радостной. А так один хлеб мы кушали вместе, служили в армии два года. Он, правда, чуть раньше уехал, Серега, Сергей. Я чуть попозже, но земля круглая, мы все равно встретились. Эти несколько лет, как целая жизнь, они навсегда отпечатались в памяти тех, кто видел раскаленные пески Афгана. Солдаты не любят вспоминать о том, что было пережито. О спецоперациях, в которых участвовал Сергей Балов, срывается с уст лишь несколько скупых слов. Мы ликвидировали бандгруппы. Большинство из тех, кто прошел горнило войны, не хвалится былыми заслугами. Очень больно вспоминать, как некоторые из тех, кто стоял с тобой плечом к плечу, остались калеками, как уходили из жизни товарищи. Два года вместе служить. И вот только-только готовиться домой, к родным. Вот такие случаи терялись. Очень, конечно. Они ехали в неизвестность, не зная, что их ждет. Поначалу казалось, что попали в средневековье. Люди жили в глиняных лачугах и обрабатывали землю деревянной сахой. Практически все население было безграмотным и фанатично религиозным. Советская армия была не подготовлена к войне. Это касалось не только технического оснащения. Бытовые условия были ужасными. Казарм не было, приходилось жить в палатках. До сих пор мы чтим память погибших. Остались наши друзья там, но даже приехав сюда, мы все равно остались независимо ни от чего братьями. При всей вопиющей бедности афганцев, они, в отличие от советских солдат, были более подготовленными. Они тщательно изучали боевую тактику. Даже маленькие мальчишки умели держать автомат в руках. Маджахеды были оснащены новейшими видами оружия. Выстрелы и взрывы звучат в Афганистане и сегодня. Пожалуй, за последние несколько десятилетий, да и за последний век, там мало что изменилось. Пришел приказ. И по приказу мы встаем, взял в АКС. Садимся ночью в самолет в тот ранний час, когда земля вокруг спала в Афганистан. С приказом воля занесла в
Афганистан. Красивый горный дикий край, приказ простой: вставай, иди, умирай. Фатима Кушева, Михаил Каракелян. Итоги недели.